С кем? У тебя нет. С кем-то в этой пельменной вы знакомитесь, какой-то тоже девушкой, чуть ли не из Казани. Не чуть ли, да, мы работали в одном клубе вместе в Казани, а я уже тогда нашла себе работу. Я работала в банке днем. Я с гордостью об этом говорю, просто не уточняю, что это была банка из-под газированных напитков. Я ходила в этой банке и раздавала призы, что у меня были какие-то маломальские деньги. Нашла к тому времени уже ребят, музыкантов, которые играли на улице. Прибилась как-то к ним, и мы вместе стали играть. Я предложила ей попробовать вместе жить. Так мы прожили лет 6, наверное. В Царицыно? В Царицыно, да. То есть, когда уже большая слава случилась, вы все еще жили в Царицыно? Да, и прошел Олимпийский. Ну, у нас какая-то дружественная была атмосфера тогда с компанией Gala Records. И сотрудники во главе с директором все поехали провожать меня домой. А я по своей привычке забыла ключи. Ну, такой человек. Если дать мне какую-то вещь, паспорт, деньги, ключи, они будут оставлены вот прям в том же месте. Пробраться ко мне в комнату, в мою квартиру было очень легко. Стояла труба, не было решеток. И, значит, одной ногой ты здесь, а второй ногой ты уже, в общем, у меня в квартире. И они тогда увидели, как я вообще живу.